Летняя окулировка яблони. Дело в том, что я противник окулировки уже понял. Давайте внимательно почитаем, потому что когда человек начитанный, вы помните, я не меньше, даже несколько таких людей, настолько въедливых, настолько обстоятельных, которые перечитали все, пересмотрели все, пытались понять, что им надо. Кто же им объяснит, что окулировка, которая принята, если взять все, что сделается в стране, и какие способы применяются, то в промышленных садах, промышленных плодопитомниках применяется именно окулировка, которую я терпеть не люблю. Вот, именно она. Я считаю, в дачных садах ее не должно быть. Мы сейчас ее проходить не будем. Почему? Мы уже проходили. Вот. Уже проходили. Помните страшные раны в основании? Тогда я для чего все-таки решил вот это вот расшифровать. Давайте почитаем, есть ли смысл. Мне говорят, делай как надо, и не критикуй остальных. Пусть они свое, а вы свое. Но их миллионы, а нас сотни. Давайте все-таки разберем. Чаще всего окулировку, это опять же с сайта, окулировку яблони проводят именно летом. Летом. Вы вспоминаете, лето короткое у нас, а если ты успеешь еще прививку сделать, а вызреет ли она, ну и так далее и тому подобное. Растения переносят ее менее болезненно, а места среза хорошо срастаются между собой. Правильно. До того момента, пока вы дичок не отрежете. То есть центральный проводник. Да, хорошо. А потом отрежете дичок и начинаете это. Кора начинает хорошо отходить от ствола примерно в конце июля, вплоть до середины августа. Совершенно верно. Это время называется второе сокодвижение. Обычно это в августе. Это время сокодвижения дополнительного. Это подготовка к зиме. В регионах с теплым климатом оптимальное время для окулировки – первая декада августа. Период сокодвижения яблони селекцию проводят способом прививки почки, а по истечении этого периода – с прикладом. Нам еще и приклада не хватало. Но для чего я это написал? Я это написал вот для чего. Долго, вот это вот, как сказать, когда-то мы радовались, когда фабрика «Скороход» выпускала туфли, вспомнили? Каблук кривой, гвозди торчат. Но не было вариантов, не было итальянского обуви. Был только фабрика «Скороход», только она. И вот на потоке это все. И что нам оставалось делать? Ходили в том, что... это, в магазине, не ходить же в лаптях. Так же случилось. Окулировка, вы пойдете на рынок, там окулировка от 90 до 100%. А нам она не нужна. Но про это мы говорили, а теперь я скажу главное. Про сроки. Когда вы берете и в конце июля и до середины августа вы берете и отрезаете ветки, ведь ветки-то же вы берете не из погреба, зимы лежат, нет, свеженькие, с листиками. Вы начинаете гробить дерево, которое служит маточным. Тут-то ладно, я показал сотни фотографий, режем зимой, да, дерево спит. В этот момент даже, можно сказать, какая-то анестезия, можно сказать, какой-то щадящий способ. Но когда дерево растет, и ему еще чуть ли не поллета расти, в этот момент, когда отрезаем ветки, соседние ветки начинают вместо того, чтобы засыпать, просыпаться. И этот способ, да, вполне официально служит для того, чтобы еще и умудриться, чтобы заложили цветочные почки. Но суммарный вред такой огромный. И недавно, я вам несколько вебинаров назад, я вам процитировал
Мичурина, я нашел, я счастлив, я не один. Мичурин написал, что надо остановиться, нельзя много резать веток для того, чтобы была кулировка. Вспоминаем. А здесь, вот он, источник, вот все вроде умное, летняя кулировка. И таких они друг друга переписывают. Я вам еще покажу, как они умеют переписывать. Вот. Они же просто-напросто не понимают, чему они удивят. Вот написали бы то же самое. Что мы ради того, чтобы прививать, мы калечим деревья, чтобы знали меру, чтобы знали, какие почки годятся на прививку, чтобы не перебарщивали, что почка почки рознь, что среди почек, которые мы используем, есть и ростовые почки, и цветочные почки, и все, что хотите есть, вплоть до волчковых. Все, проехали. Вот это вы должны знать. А какой вывод? А подождите до зимы. Нарежьте зимой, в начале стадии зимы, а весной прививайте так, как оно должно быть. Когда вы прививаете, пока дерево спит, и плюс некоторые хитрости, помните мешочки, помните бутылочки мои. Часто удавалось не только там держим 2-3-4 недели под защитой мешочков этих самых, или бутылок, полиэтиленов, не только удается, чтобы прививка, которой надо еще прижиться, она все-таки приживается, догоняет тех законные ветки, еще и обгоняет их. И тогда, особенно это касается однолетних, двухлетних молодых саженцев, тогда мы имеем саженцы, которые абсолютно приспособлены к нашему климату. Вот, в конце июля привили. Когда она это, да, что с ним дальше будет? Значит, для отточенных движений в промышленных садах это нормально. Так? Другое дело, всегда надо знать, у нас суперсорта, они в таком небольшом количестве по России, даже у меня, что избавилось, Боже, этим заниматься летом и губить эти деревья, они гибнут после этого. Появляются новые, но это годится только для промышленного садоводства. А промышленное садоводство, вы потом, когда вырастете и посмотрите, что как на заборе написано одно, заглянул за забор, а там ничего нет. Вот так, скорее всего, и тут будет. Поэтому просто-напросто я предлагаю вам отказаться от окулировки именно в дачных садах.